лучший из тех, кто сегодня и завтра проверяет свои проекты, получит приглашение на крупнейшую в Восточной Европе стартап-конференцию 2-3 июня в Москве, в Сколково. Это называется «Стартап Виллидж», но это не значит, что остальные не могут туда приехать. Регистрация открыта, поэтому призываю вас всех подумать, а не стоит ли провести два прекрасных дня на пленэре, на зеленой травке. Сегодня в этом зале не только татарстанцы, но и коллеги из других субъектов. Огромное спасибо вам за доверие, за участие. Я очень надеюсь, что эта встреча даст еще и хорошее взаимодействие. Я считаю, что сейчас мы должны использовать все возможные инструменты, в том числе инструменты стандартизации, чтобы осваивать зарубежные технологии. First point is that innovation as such is not enough. Прежде всего, хочу сказать, что инновации как таковой недостаточно. Companies as such is not enough. New companies is not enough. Компаний, новых компаний как таковых недостаточно. You have to have some other idea to employ your people to find the new jobs. Поэтому нужно придумать что-то еще, чтобы предоставить людям рабочие места. So believe me, on behalf of myself, Skolkovo and Russia Federation, this is very important what you are doing. Поэтому поверьте мне, представляющему Российскую Федерацию, Skolkovo, что это очень важное занятие. В основном проекты, заявляясь на Startup Village, они ждут быстрого и бесплатного хорошего пиара. Потому что на мероприятии собираются довольно много и журналистов, и представителей индустрии, и партнеров, и есть возможность быстро о себе заявить. Но об историях очень быстрых сделок после мероприятия я, к сожалению, не знаю. Несмотря на то, что сейчас достаточно сложная экономическая ситуация, все равно большое количество сделок. У нас поток сделок не снижается. Уже только в начале этого года за 2 месяца больше 10 сделок. И из них почти половина лицензионная, половина инвестиционная, и привлечение финансирования. И еще примерно треть из них – это именно зарубежные, приходят на иностранные рынки. Сейчас это, скорее, я бы сказал, все-таки инвесторы – это российские, а выход на зарубежные рынки. То есть вот наши стартапы, получая финансирование, в основном все-таки от российских инвесторов. Потому что даже в бизнес-ангелах состоятельные люди, они все меньше вкладываются в квадратные метры, и тоже хотят бы участвовать в росте инновационных компаний.